Всем привет! Мы продолжаем наше похождение и движем тут его на серии, продолжаем копить войска для наступления. Стоят. Ну что, нам нужно сейчас снять осаду города Афин. Очередную пять трем пользу. Так, снова берем наш передний стадион. Так, кто у тебя там? Какие-то копейщики, я не знаю, где мы? Ну, калунчики это ем, клетнички, ну, правда, есть рецепты слабее. Еще не сразу отступить даже. Вот нас тут так не убежишь. Кстати. Теперь мы через него с осаду. В этот раз мы не потеряем нисколько. Это хорошо. Хотя даже можно. Да, вот эти полки еще довольно много. Фактически готовы, здесь население также готово некоторые. И сейчас как бы население готово. Бросим пока сюда район сидений, чтобы не было не было. Быстренько нас спасли. Сейчас бы там тоже. Как не угомонят, то есть будем делать то, что он есть только автоматом. Так что можем и проиграть, в принципе. Можно один к одному. Ну что, пробуем. Разговорочных побед, хоть и понесли тяжелые потери. Хотя я не сколько потерял, завтра потерял намного больше. Да что-то никак на дворец не построить. Как я не давайте берем. И типа, что вы на плоский ход, может быть, нам уже расстанитель сделать.
великий полководец. Наш гелий. Еще на от этого великий полководец не перешли. Сообщение о наборе в АРСП. Давай еще один тоже готовим. Ух ты, домик. Скиптонит у нас тоже практически готов возьмем. Так, совместим комплект. Делаем тоже новый. Но сидит приключение у нас сейчас. И все. Больше у нас наборов нету. Ну что-то забрали они за люди солдат, походу. Здесь, кстати, хоть кого-нибудь нам сделать Валерий, чтобы нам еще хоть остается там бритом. И кто Гетерин у нас минус? Где что нас вот сняли? Креофил. Так, ладно, вот пока. Выкинуть обратно. Вот будем, как говорится, на чеку. Тут, конечно, пока еще опасность миновал, тут свой стапник не набирал. В таком корабле интересно. А, может, как раз все прибыли они? Питание, которое мы пришли. Не знаю. Так, что у нас здесь? Ну, видите, так, не силен вам сейчас гарнизон сделает, и поведем мне. На тебя не дистанцируем. Здесь на что? Вот с 1000, вот с 1200. Немножко остается. И кого-то здесь привел. Да пофиг кого. Я вернулся вперед в битву, на битву точнее. Как это изначально так у нас говорит. Забыл. Вообще недостаточно бой по такой широкой экспансии. Так, и куда тут убежали, а? Ну, давайте зайдем в догонку. Видите, как бегут. Быстренько. О, ты отступаешь, да? Нет, это я не пойму, а смысл тогда сказать, когда он отступает? Или они хотят число плюс меня взять опять? К
как когда-то галлусы пытались. Ну, ничего не получилось. Давайте быстрее будем бить. Здесь опять черепаху что делали. Так, никого мы не потеряли. Убили множество отряд врагов. Это врагов множество не убили. Отряды мало. Так, очередная рейс закончится сколько. Получил здесь набрал еще. Здесь просто море. Армия море, войск. Не знаю, там входы. Блин, мне раздражает было. Что нет так и нет, для них это число. Или там не армия какая-то мощная, солдаты. Я сейчас вылазку сделаю, что они же солнце просто. Вот и все. Всего делов. Наконец-то через вход есть стоит императорский дворец. Тут может быть президентство перебечать. Как тяжело сдерживать. Не то, что тяжело. Автоматом все на толкове. Так, сидись на перебечайте. Метилена, у нас уже это делают себе внизу. Новую когорту мы здесь делаем. Кстати, новый легион. Что ж ты думаешь, бедные многострадальные свидетельства. Продолжает, что там болит. Такое ощущение, что туда агент, что ли, затеснули, я не пойму. Там тоже что сколько болеет, уже хоть ой, берите, ничего, где что ты сделал? Ну так думаю, что бриты. Один, скорее всего, они там уже ходили, не чуть. В Испании, в Калии, в общем, везде. Чего они здесь себе сильно сдают, а? Так, войска. Тут плохой, как не сюда не есть. Тут опять делаем войска. Спасибо. Раздаться нашим близким. Конечно, настанет время, когда мы уже не забудем о всех этих неприятностях, небольших и больших. Когда мы с очень обширными империей уже, когда мы уже будем доставать условия. Как бы, они близко подошли так. Давай, что-то. За стену все расставляет и все. Блин, говнюк, а. Ничего ты добился, а?
Ну, в принципе, как я говорил, то, что нужно в квартире есть, но все это будет полезно, пока он начнет захватывать территорию. Сейчас противостоят там еще очень много сражений, еще десятки, а возможно даже и сотни. Так, никого, в общем, опять не потеряли. Ну, обратно напротив, они большие потери. Так, очень хороший ответ был в этом виде. И что? Так, видите, был 2 минус, а сейчас стало 6 тысяч в плюсе. Вот эти машины сняли. Так, ну, сказать, а здесь, в общем, и металли мы ждем. Армию, которую себе там сказали, что... И потом уже... Так, начнем наступление наше. Так, здесь тут восстался, кстати, мне не нравится. Здесь, конечно, чтобы их не делать. Ладно, сделаем это в следующей серии. Сейчас они будут в этой серии. Да что ж ты какой недоедливый, а? Ты с ним не идёшь, ты не пойми. Практически полностью на земле готовку с автоматом. Все, давай валять тебе. А, отлично, что можно кстати, перебучить этих вариантов. Ну, соответственно, нужно сделать. Давайте мы заменим на этих вариантов постепенно здесь. Потому что пока убрить еще такие войска, но они не могут. Давай загружайся. Это неизвестно причина. Так, где у нас центральный с Валерией? Отлично. Какой-никакой гарнизон уже есть. Старались отряд сделать три варианта. Так, всё, теперь их можно делать. Теперь нужны стационы. Лена. Пользуйте делаем. Халфиди. Ух, наконец-то еще делаем сатириан. И 4 отряда нам. И здесь стационы за то, что они тебе пустые. У нас будет готово очень важно. Давайте еще не сделаем. Кстати, что у нас конечность есть, да? Мы сейчас сделаем пехоту, заменяем. Костюмы оружие. Амфитеатр строим. Пускай люди смотрят, какие игры там. Бои гладиаторов. Поражен ужасно чумой. Эх, ты стегом, почему-то не сидеть, не стрим.
И прям так сзади вот и вставить не могу с ним. Бежал, кончался. От болезни неизвестной какой-то. Поселение в осаде, а фильм как селестили. Когда они с нас провали, ну довольно же чел. Я и не больно пытался. В принципе. Чтобы подать на это, у меня тут своя политика идет. Тут убийца, блядь, надо устранить, что ли. Отлично, нам удалось это сделать. Успех, наверное, убийца. Ген еще живой здесь, где мы тоже так. Я смотрю на союзники. Сифионы пока перестали. Ух ты, хотя нет. Тут такие осадили все дом. Ну а мы в очередной раз вывозим в Афинах. Столько войск сосредоточен просто немерено. Почему столько? О чем-то Филистины, наверное, догадываются или предполагают. Ну что ж, всем интересно будет обязательно. Ну давай, Филистины. Очередной пушечный мяс сейчас мы вас расстреляем здесь. Укладывайся, но это не поймете. Не поймут, они все равно будут тупо. Надо создать, создать, и создать. Такая не просто героическая у нас эта история. Так, а кого он здесь выстроил? Понял свои, да? Давайте сюда. Тяжелые скопишки со фигня. У нас стафарки почти дошли. Тяжелые копейщики почти доходят. Вот видите, сколько стакак стоит? Это мощная сила сражения. Я почему не люблю сражаться с филистидами. Я больше с египтом сразился, чем даже с филистидами так осудить. Только за вот стакак свой ненавижу уже. Все, стояли мы снова Афины. Снова без потерь мы это сделали. Так, переобучать никого не нужно, соответственно. Подлые измены, без таких же главных древа, это человек не знает, что ты честь римлян, и он не выходит без того дня, когда они там ясно, как вы видели, не хотели ничего другого. Что кого купили, нет. У нас тут подлез. Не знаю, кого там купил, блин. Блин, а если не получится.
Вот так вот. Туда вниз. Туда вниз. Так. Нам предлагают блокировать вход на силу. Насколько это... Не, ну, хотя здесь не вижу вход. Так, ворецкий. Последний отряд делаем. Идем неожиданности. Сколько он там уже? Еще третий корабль он сделал, да? Давай еще третий корабль сделаем. Не сильно, не сильно. Продолжаем здесь помню. Помню, опять наняли мы еще один переселение. Так, мы с вами привлечили действительно. Здорово, если у меня такое очень сильно действительно. Выходили за какого-то агента, который тут нас сражает постоянно. Они не так отлил, потому что ты же пока никак не обнаружит. Хотя, возможно, я просто не пытаюсь это сделать. Нам бы что-то не агентов бы. Побольше. Что вот тут шпионы? Отбили атаку, да? Мы по-прежнему сейчас... Ох ты, вот тут уже не просматривается. Уже не добра, нет на цели, что пойдем. Хоть тут надеюсь, что шпионы держатся. Так, ну что, давайте плаваем по обычным блокированным насилием. Так, ребята, подождите немного. Ваш империя не вечный. Ох ты, ё мой. Один к одному показывает. Кто у него там, интересно. Наша польза. Какие-то там войска. За такое соотношение. Очень мощный. Что у нас здесь? Ну никак я агент. Агент сегодня щитов. Так, это кто у нас? Агент сегодня щитов. Агент. В общем, такая неустука. Здесь армия, значит, гвардия. Да, так себе. Просто так здесь ничего не делаем. И спасибо, что хоть придется пехоту выводить, скорее всего. А что вот давайте здесь? Бить в лоб бесполезно. Давайте, давайте, тут близко, тут сюда, как бы. Не дошли они. До места дислокации. Конечно, много мы здесь уложили, но очень много осталось. Давайте вперед по этим вот.
Честно, расходы здесь не пас сначала. Вот что-то будем. Сюда. И давайте вот эти вот. И вот эти вот. А вы кого? Давайте вот эти вот. Все скажем, да, задание. Скажем, что... Свой безопас распределить. Ну, пока выйдем пехотом. Ибо без пехоты, я вижу, мы здесь никак не справимся. Потому что отступать не спешит. А, все, отступай, да? Да, точно. Тут не удержанные нервы. Плане потерь, тем более такие большие. Героическую победу у нас. Потеряли мы потом 3 солдат всего. Ох, и сколько взят потеряли. Почти 1300. Вот и вся твоя крутая армия. Ничего, в общем-то, на принципе не стоит. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу серию. Добавим, зачем я флот снизу? Ну ладно. Пускай пока посутки в послании. Блин, халки тут еще долго нам ждать. Вот самый такой-то мне недолго ждать. Я хочу воевать, захватывать, но пока нет возможности на этом. Ну ладно. До новых встреч. Всем пока.